В зависимости от того, какой скин Marvel мне выпадет, я буду выполнять различные челленджи в Fortnite. Рандомный скин челлендж. Поехали. Итак, ну что, первым у нас идет Кейбл. Честно сказать, я даже не знаю этого персонажа Marvel, где он вообще появлялся, когда, кто это такой. Но по виду такой большой мужик с железной рукой, у которого очень много больших пушек. Поэтому мы будем юзать большие пушки и не будем хилиться. Вот такой вот челлендж. Не знаю, почему не будем хилиться, просто чтобы добавить огоньку, так сказать. Со мной вроде как кто-то есть, кто-то упал. Вот мне выпали сплэши, но юзать я их, конечно, не буду. Так, тут у нас, я слышу, сундучок. Ну и тут вот это обязательно. Обязательно к применению. Бинты тоже нельзя. А вот это обязательно. Ну, это ботинок. Погоди, не понял. Несколько, что ли, типов? Да. Так, ладно, это у нас такие приколы. Игра мне помогает, так сказать. Окей. Ну, пока мне нельзя хилиться, это даже и хорошо. Так, ну мне нужно где-то... Где-то мне нужно подхилиться бочками какими-нибудь. Такой вот челлендж себе придумал. Непростой, непростой. Опа. Здорово. Что это за прикол? Ой, чисто прикольчик интересный. А вот и бочки, кстати. Хорошо, что он... Хорошо, что он на меня напал. Я не знал, что здесь бочки стоят за домом. Идем дальше. Ну, видимо, мне такое интересное лобби закинуло, да? Спасибо, конечно, игре большое. Играть безумно интересно. Куча лута здесь валяется. Блин. Я не знаю. Это мне даже на руку. Замечательно. Да ладно, Мистерио еще не забрали. Блин, ну без хила супер сложно будет. А там еще тип. Офигеть, меня турелька его загасила. Так, ну и где? Ну и где ты? Ну выходи! Подвезу! Он просто в доме засел. Да давай, не ссы. Поехали. Сидит, ждет. Боится. Блин, или это бот? Хрен поймешь на самом деле сейчас. О, не, не бот. Ну поехали. Отключи турель. Поехали. Новый челлендж у меня. Довести типа до победы. Я думал, таких игроков уже нет. Так, едем максимально в середину зоны. Боже, сколько приколов, реально. Чё с игрой? Типа, это же не окей вообще ни разу. Что это? Давай, братишка, залазь. О, спасибо. Спасибо, братан. Я как раз хилиться не могу. Let's go. Ну, у меня какой-то новый челлендж. Эти бочки тоже надо бы разбить. Давай тачку заменим. Так, там у нас кто-то есть. Ну, нам оно зачем надо, правильно? Мы лучше почилим. Какой-то он опасный немного. Садись. Давай, я здесь подожду. Ну, нам, в принципе, на победу. Как бы нормально. Челленджем идем к победе. Че, давай на остров? Let's go на остров.
Давай сюда. Найс. Найс. Ну это все, это мой братик теперь. Ну, реально, с ним теперь к победе идем. 9 ремейн. А, вон типы. Давай туда. Ну это тиминг какой-то. Ну нет, я не тимлюсь. Я... Это не специально. Что? Что? Блин, у меня нет хп. Меня сбрили сзади. Братан, мне похилиться надо. Не могу эти юзать. У меня челлендж. Да, у меня челлендж. Гоу в зону. О, нет! Ага, спасибо. Как бы моего типа не прихлопнули. Так, уже зона идет, мне надо в зону. Сори, братан, ты там один теперь. Не пойму, он его загасил, что ли? Блин, он его загасил? О, нет. Ну все, мужички теперь на него напали. Блин, он его загасил, что ли? Серьезно? А я не помог. Но я не смог, у меня нет хп. Капец, это обидно. У меня 38 хп, я не знаю, что я сейчас буду делать. Кстати, я могу в автомате похилиться, по идее. Вот еще бочки. Блин, меня отмечают? Не, не надо. Пожалуйста, не надо. Мне нельзя хилиться. Плиз. О, он с кем-то зафайтился. Найс. Так, а мне в зону. Я что-то вообще, блин, я вроде в зону шел. Блин, 4 ремейн. Я что, могу с первой игры затащить, что ли? Не пойму. Офигеть, 3 ремейн. Я могу затащить. О, нет. Видимо, это какой-то хрущ. Как же я тупо сделал? Я просто зашел к нему. Подожди, стоп. А он что, все победил? Это последний, что ли, оставал? Подожди, почему я третий, и он как будто бы победил уже, не? Тот чел просто отлетел, видимо. Я просто зашел к нему в бокс. Я не ожидал, что он отредачит так сразу. Ну ладно. Так, ну что, следующий у нас идет Мистик. И тут, как бы, я думаю, всем все понятно, да? Мистик — это у нас скрытность, это у нас перевоплощение. А значит, мы будем превращаться в разных ботов и боссов. Попробуем как-нибудь обхитрить противников. Хотя, судя по лобби, сейчас, конечно, будет довольно забавно. Довольно забавно будет ботов обхитрить. Вот, потому что реальных игроков, блин, маловато. Но они есть. В любом случае, блин, я очень плохо долетел. Точнее, вообще не долетел. По-моему, там тоже кто-то вместе со мной также, да, залендился, не? Я думаю, есть смысл сейчас перевоплотиться в какого-нибудь... Какого-нибудь интересного человечка. Где здесь дверь? Так, отлично. Так, это все надо запить. Вот он. Это возьмем. Ну-ка. Ну, вроде сработало. Ну да, работает, ребята. Система-то рабочая. Сорян, братишка. Переиграл тебя по системе. И тебя тоже. Блин, ну... Слушайте. Интересно. Нужно найти следующего. Только сперва захилиться надо. Так, давай. Аптека здесь где-нибудь была, не? Так, я думаю, можно... Так, сейчас, секунду. Нужен еще один бот. По-хорошему бы в настройках убрать бег, спринт по нажатию, а это не то, ходьба. Да вот это. Отлично, работает.
Блин, ну нет, ну братан, ну подожди, стой. Сука. Блин, да я тупанул. Я неправильно сделал. А, я иду теперь всегда. Он теперь за мной бегает. О, нихера. Это бот такой? Это чел такой? Что? Нихрена себе. Да погоди ты, ёпта. Да ё-моё, ну погоди ты, ну пожалуйста. Ну братан. Их тут несколько, чёрт. Сука. Ну на одном сработало, уже хорошо. Уже хорошо, нормально, сойдет. Что ж, прямо сейчас в Fortnite сезончик Marvel, и у меня, ребят, для вас крутая новость. Я хочу, чтобы вы обязательно заценили нашу карту Wolverine FFA. Это режим сражений, где каждый сам за себя, с обилием ганов, хранилищем и всем, что нужно для того, чтобы весело провести время с друзьями. А еще там можно прокачивать свой рейтинг, поэтому у меня для вас челлендж — апнуть Unreal. Кстати, ПТС начисляются не только за киллы, но и за время, проведенное в игре. Так что, если получится, скидывай скриншот под этот пост в нашем ТГ-канале. Ну и заходи на карту по коду, который видишь на экране, либо пиши в поиске Wolverine FFA. Ну что, идем дальше. Следующий у нас воитель. И у воителя будет челлендж юзать только предметы воителя. Собственно, арсенал, турелька, джетпак, ну и возможно какие-то другие там мувменты всякие, хилиться я могу, но вот именно пушки юзать никакие не могу. Кстати, в ролике с Железным Человеком в челлендже писали в комментариях, что типа я неправильно выполняю челлендж, что юзаю пушки. Вот, сейчас выполняю челлендж, попробую выполнить челлендж именно без пушек, а только с арсеналом воителя и тому, что есть у него. Так, let's go. Собираем лут. Зачем я дробовик подобрал? Ну все, проиграл. Подобрал, проиграл. Берем. Так, ну, кстати, щит капитана. В фильме он юзал щит капитана, поэтому, ну, наверное, это окей. Наверное, будем юзать. Дальше что? Блин, тут же где-то еще. Где сундук? Вот здесь. Нет? Ладно, поднимаемся наверх. Так, еще один сундучок. Let's go. О, а тут у нас турелька выпала. Замечательно. Турелька плюс вайп. И еще один сундук. Ох, сюда. Сюда. Замечательно. Так, у меня все есть. Теперь, что мне нужно? А, не, у меня не все есть. Мне джетпак еще нужен. Так, подожди, может быть здесь еще есть где-то? Может снизу где-то есть джетпак? Так, вот это я тоже заберу. Ну чё, смываемся. Интересно подлетать. Не, ну в принципе, ребят, очень даже неплохо. Мы нашли три предмета воителя, которые можем юзать. Осталось только джетпак найти, и, в принципе, все. До этого момента будем юзать, наверное, импульски. Вот. Возможно, мы джетпак возьмем вместо этой турельки, хотя... Блин, потому что вместо хила не хотелось бы брать. Хил понадобится. Так, тут у нас еще чел с медальоном. Вот его бы надо бы прихлобучить. Ну что, где вы? Ребята, ага, вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сорян. Завоителил. Ага, я вас понял. Это прикол, да, походу? Да, это вроде бы прикол. А, нет, это не прикол. Ух, нифига, он исчез. Он невидимый. О, нет. Блин, я думал, это все. А, тут еще кто-то, да боже. Сколько вас? Так, ну мне это все не надо. Это только запью. Мне не нужен этот дробаш, можешь забирать его. Мне нужна только... И медальон даже не нужен. Нужно как бы только это... Чтобы летать. Это боты? Так, ладно, let's go. Я пока отсюда ливну. Потому что у нас уже как бы зона идет. Блин, где джетпак найти, ну?
Я слышу какой-то сундук здесь. И что здесь был за сундук? С вот этими УЗИшками, что ли? Ах, ладно. Блин, ну мне реально очень не хватает джетпака. Так, плюс чел. Попробуем его взорвать. Нифига! Что здесь происходит? Сейчас очень невыгодное положение. Взорвали. Плюс файт. Что, джетпак? Найс, плюс вайп. Секунду. О, у тебя что-то и хп не было, братан. Ну и ладно. Так, импульски. Блин, импульски, конечно, гораздо эффективнее, чем эта турелька. Но раз уж у меня челлендж, наверное, стоит ее юзать. Запьем биги. Все, у меня фул набор. Все, что нужно. Что это такое? Банан на приколе какой-то. 14 ремейн, окей. Блин, где все? Ну реально, эти челленджи нужно выполнять в ранкеде. Ага, вот, все-таки кто-то есть. Замечательно. Воу-воу-воу, ладно. Давай обойду. Придется это все заюзать. Он меня увидел? Не совсем понял, как он меня увидел. Блин, как же эта турель помогает, офигеть. Ну, там пару хитов. О, новый воитель! Я тебя понял. Почему я его не услышал? Просто новый воитель. Блин, сбоку подлетел, офигеть. 10 ремейн. Да как так? Я просто его не услышал. О, НТ. Ребята, ну что, next у нас идет Deadpool. А это значит, что играем мы только с пистолетами, ребята. С пистолетами, вот так вот, да. Поэтому ищем пистолет. Сейчас быстренько захилим вот это все. Пистолет, пожалуйста. Еще, кстати, была обнова и добавили какие-то УЗИшки Гвенпул. Вот их мы тоже можем юзать. Единственный момент, я не знаю, где их взять. Это что, это пистолет. Все, я Deadpool, let's go. Это еще один пистолет. Супер, мне хватит. Тут ломается. Есть еще вот такие, блин, УЗИшки. Может, и их можно юзать? Микро-ПП. Так, ну тут... Дум. Да кто это ломает? Так, ну в принципе, это все снаряжение на катку мне. Пистолеты. Золотой бы найти. Как еще доктора Дума убивать с этим пистолетом? Давайте монархия тоже могу юзать. Вот с ним как раз и поиграем сейчас. Угу. Доктор Дум! Блин, очень сложно с пистолетом играть. Еще тип. Блин, больно же ты меня. Сложно с пистолетами играть, реально. Шо, где? Вот. Кто-то уже стреляет по нему. Отлично, файт двух типов. Воу. Он меня не слышал, что ли? Так, найс, прокачка монарха. Вот это надо запить. Вроде моя постройка была, только почему-то она не открывалась. Ну ладно. Так, ну, пока что живем. Хилимся, живем. Сейчас надо будет прихлопнуть Дума как-нибудь изящно.
По-любому же есть тип, который просто вот сидит и ждет сейчас. Просто тупо сидит и ждет, гаденыш. Где еще есть пистолеты? Золотой бы пистолет найти. О! Нормально, арсенал воителя выпал. Окей. Так, что тут у нас снизу? Дум или не дум? Ну вот где чел сидит? Вот мне очень интересно, где сидит чел? А? Больше всего мне интересно, где сидит челик. Да блин, что он дамажит? Я же уже убежал. Где-то здесь, вот. Где-то здесь есть чел, снизу. По-любому. Они ж, суки, всегда сидят, выжидают. Он меня заметил опять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Разломаешь же все нахрен. Ага, еще боты. Так, все, надо добивать. Что я делаю? Да-да, вот где-то бегает. Что-то бегает где-то. Три монарха. А, не, это бот бегает, да? Да ладно, неужели не было типа? Ух, еще и обычный золотой пистолет. Монарх и золотой монарх. Охренеть. Нормальный сет. Ребята, так я еще, может быть, даже челлендж выполню. Вы прикиньте, что я слишком много потерял хп на Докторе Думе. Просто упал непонятно почему. Ну ладно. О, это кто, боты? Да, это боты. Это я тоже золотая. Офигеть, сколько всего выпадает. Слушай, мне очень повезло на самом деле с этим челленджем. Наверное, заюзаю, знаете что, я вот это заюзаю и полечу. По-моему, там еще тип был. Так, ребят, ну в принципе, как бы снаряжение, все, что нужно, у меня есть для челленджа. Юзаем он для пистолеты, все с кайфом, чисто как Дэдпул. А, единственное, надо убрать прицел с него. А для этого нужно съездить в хранилище. А вот и хранилище. 200 метров, найс. Надо убрать прицел, потому что это очень неудобно. Ну и один слот забить какой-нибудь хилочкой. 22 ремейн, замечательно. Так, вот это я заберу. Ну сколько всего? Все очень много всего. Еще какая-то ппшка выпала. Так, все, ставим. Точнее, убираем. Как убрать? Убрать. Па! Unequip. Так, drum mag. Increases magazine capacity, reload speed. Блин, жаль, с этого нельзя убрать. Может, мне два пистолета хватит? Я что-то так беру три зачем-то, непонятно зачем. По идее, сейчас должен заспавниться остров. И вроде как это какой-то новый остров Доктора Дума или вроде того. О, медальоны, кстати, медальончики. Лут Айленд, ага, замечательно. А, и на нем, по-моему, тоже какой-то пистолет спавнится. По-моему, что-то там такое есть. Давайте я туда залечу. Let's go. Тут типы файтятся, найс. Сейчас чуть-чуть постреляем. Это вот чел вроде как с медалькой. Во-во-во, ты меня что, уже увидел? А я тебя чуть не вижу. А, ты за стеной сидишь. Че? Просто мимо проехал. Так, ну у меня нет. Сколько? Чего? Сколько он мне урона дал? Это что за гений? Офигеть, он мне урона дал! Я так не играю! Братан, ну это бред! Это чушь! У меня нет хп, как я с тобой файтиться? У меня только пистолеты. Я вниз. Я ливаю. Только не сбрей меня, Мидейр, пожалуйста. Блин, ну вот реально, 12 ремейн и пооставались просто какие-то лютые типы. Почему они... Почему всегда так? У меня же еще и челлендж. Как быть? Что делать? Как быть? Ладно. Пилимся, живем, как говорится. Может, тут сверху что-нибудь есть? Может, какая-нибудь аптечка? Бинты? А! Тихо!
Окей. Найс. Еще кто-то на кибертраке разъезжает. Езжай отсюда. Все, ехай. Ну блин, ну я не могу. Ну подожди, дай мне дохилиться до фула. Я не могу пока. Я занят. Тут кто-нибудь есть? Ой-ой-ой, там жесткая заруба. Да, тут кто-то есть. 8 ремейн. 8 ремейн, 3 килла. Найс, играем. Это пантера! Какая-то сраная пантера. Сорок девять. Блин, где бы хп найти синего? Очень интересно. Тут только аптечки, да? О! Как я это не заметил. Ладно, давайте в зону. Пускай они там разбираются между собой. Вот они тоже летят в зону. Там еще челик. Там еще бот. Можно сюда залендиться? О, нет. Блин. Блин, мне очень не хватает физа. Да это очень жесткая тема. Капец, он меня сбрил с нее. Буквально в пару секунд. В одну секунду. Я не думал, что так сильно бьет. Это что за... Что за железный человек летающий? 5 ремейн. Угоу. О, а здесь что? Господи, он мне на голову упал! Что? Он просто за мной побежал и упал мне на голову, я даже не... Фу, блин, чё я так испугался, я не знаю... Я же знал, что там был чел, но я не думал, что он прям на голову мне будет падать. Блин, что это такое? Челлендж Тануса! Или Таноса. Короче... Я забираю медальон Мистерио, ты забираешь медальон... Как ее там? А вот Крафт ее зовут. Короче, на Рафте, да. И потом мы вместе идем на замок Дума и забираем Дума. Или, не, ну, скорее всего, там заберут его уже, но посмотрим. Ну да. Так, сейчас нужно очень быстро забрать Мистерио. Мистерио. Так, есть. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, теперь вот это. Оп! Так, ну у меня прям немало людей здесь, если так скажу. Немало? Немало, прям, да. Давай, давай, крепись там, братишка. А у меня есть люди, но вроде норм. Так, пули забрал, хорошо. Поднимаемся сюда наверх. Я не знаю, ты в курсе про эту страту? Как Мистерио забирать? Мистерио, да. Типа на башню его, да? Да, на башню его насадить. Не понял, кто тут бегает. Ты будешь тэпаться ко мне, а? Почему не тэпается? Может, фиксанули, слушай, обновление все-таки вышло. Козел драный, он просто забежал в дом. А тут еще типы, по-моему. Бля, реально, два типа! Два типа кирками бьются с Мистерио! Прикинь! Блин, у меня тут сама сложность сейчас. Че? Ну блин. Да, я проиграл какому-то Габриэлю Геймеру. По-полному. Ладно, ничего страшного, сейчас я попробую тебя понять. Иди ты, бачко. Так, этот мифический дробовик, этот шняга или... Ну ладно, я оставлю. Все-таки... Чего я не могу подобрать? Вот это. Так, все, медальон есть. Я выезжаю. На рафте, да? Ну да. Еду на машине. Лечу, братан, а лечу. Только медаль падает, но не падает никаких предметов, а больше. Ну, мифик вот этот дробаш. Ну, по-моему, падает. А имеется в виду мифических предметов, типа как у Дума, нет, да, у него способностей. Не-не. О, подожди, это что? Что это? Ничего? Это ничего, да. Это ничего. Вау, ничего. Я думал, это может какие-то, знаешь, кубки Дума. Да ну ёб твою.
сука. Понастроили дорог галимых. Так, ты там... Сверху, я там прям сверху. Сверху. О, тип бежит. Так. Я иду за тобой. Оп, забрал. Так, где-то тут еще и медалька, да? Еще не забрали. Ее еще не забрали. Лучше на меня. Где есть, не вместе заберем. Где тебе? На горе, может, есть. Вот прямо. Вот там, да? Да. Так, идти только подосторожней. Да, видел. У тебя еще эфис есть, можешь просто пропрыгать туда. Иду спасать своего тиммейта! Ну что, нормально, 158 ремейн. Поднимаем, братика. Что? Я же исчезаю. Прикинь, у меня же этот... Я же могу исчезнуть. Да. Они взяли медаль только что. Так, ну, лутайся. Сейчас будем отбирать. Сейчас прилечу. Блин, один хп не дохилил, прикинь, с аптечки. Так ты зря. Я их не вижу. На воде сидят. 10. Понял. Он прыгает, смотри. Вижу. Так, у них отметка есть. Да. Да. Блин, лут бы какой-то нормальный. Так, но они сидят здесь просто вот. Они внутри. Уже. Они уже. На, и зона уже идет. Они тут. На мне. Одного крахнул. Одного нокнул. Лучше. Найс, один нок. Найс, последний остался. О, найс, плюс мифик. Медалька у последнего, походу. Это хилит. Что-то хилит сидит, я слышу. Белый. Хорош, спасибо. Так, ну найс. У меня дробовик был вот такой вот ужасный. Две медальки уже есть. Это хорошо. И, кстати, два мифика. Теперь, получается, надо забрать только дума. А нам еще от зоны не умереть с тобой. Давай вот это полечу на этой. Слышь? Так, готов? Его захили? Хотя бы одну. Давай. Может, ты тогда кинуть. Только физ нам надо, физ, чтобы был. Нафизить нас с тобой, да? Нафизь меня, нафизуй меня. О, на этот, на... Да. Гоу. Так, и чё, кстати, на думе, найс. Зона даже на думе, это прям очень хорошо. Можно будет собрать сейчас всё. Машин тут нет, а ну пошли по воде просто. Как Иисус? Да. Правда, у нас теперь не допатятся. Слушай, ну в принципе, в любом случае мы заберем медальку, если, ну, мы знаем, где типы, получается. Угу. Но я не, конечно, знаю, где я. Где ты? Где я? Где я? Да. Тебе нужен синий этот автомат? Каркой. Давай. А ресы? Не, ресы есть. Все есть? Да. Вот джетпака, кстати, нету, я бы взял. Опа, кто-то стреляет. Это какой-то водяной червяк. Что за водяной червяк? Нормально. У него на спине, подожди. Что это за креветка? Все. Погоди, дай его. А ну. Что это такое? А, это пес. Собачка, да. Я думаю, что это за какая-то черная креветка. Так, у меня белого нет что-то. Как это у меня белого нет? У нас хил автомат будет здесь прямо. Вот, что-то файтится справа. Это пофиг. Нам нужен дум. Попробую построить человеческую рогатку. Это еще что-то? Не видел? Не. Для мувмента именно специально такое приспособление такое. Рогатка? Человеческая рогатка, да, строится вот таким образом. Так. О. О. Так. Бля, реально рогатка. Построил уже. Сейчас будет. Смотри, раз, два. Теперь ты юзаешь физ. Я юзаю физ. Давай. Надо дверь открыть, чтобы дверь была открыта. И надо залезть вот так вот, смотри, вот сюда. Вот так вот карабкаешься и за эту дверь вот туда вот. Вот. Только за дверь она зацепится и вперед тебя туда вот прям протолкнет. За дверь. То есть ты сначала карабкаешься вот сюда вот. И вот потом за дверь. Вот. Ну только меня слабенько что-то протолкнуло. С рогатки полетел. А у тебя нормально, да, с рогатки? Нормально с рогатки. Хорошо, блин, не зря время потратил. Ну да, получается, что так. Нормальная рогатка. Так, ищу. А где у тебя там, в твоей стороне? Да. Долетел. На меточке где-то. Сейчас я их выискиваю. О, вон они, походу, на гелике. Только не спеши, Игорь, я далеко от тебя, сейчас я бегу. Да. А, ну да, а, это ж трио. Ё-моё, они с перчатками дума. Короче, я отхожу к тебе. Давай, у меня тут ещё какой-то. Причиндал.
А, над соло точно, да. Эти идут, да, идут, вот они. И у них этот. Один белый. Белый скин белый. Очень белый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сколько! Хилюсь. Так, одного добил. О, глянь, у них эти стены. Они что-то какие-то. Они какие-то жесткие, бля. Один здесь подо мной. Одно. Белый. Мокнул? Да. Хорошо. Последний остался. Что у него? О, медалька. Найс. Сюда. Так, куда-то я съем. У него еще и трепки. Прям под нами. Ага. А, его сейчас отметят, по идее. А, вот он убегает. Куда убегает? У него как раз перчатки доктора Дума. Вот я их хочу. О, глянь, стреляет ими. Настоящие, реально. Он просто стоял, что-то это... Сдался, походу. О, да, еще и пистолет, еще и... Вообще все, блин, мифическое, все. Мне просто одно что-то мифическое надо, и у меня будет фул набор. Машина. Уехал. Гад. А, че, он реально так далеко? Он еще, типа, у нас близко, но через воду вот. За камнями здесь сидит. Чего? Вот те мифические. Это прям мифический у него предмет? Ща гляну. Или он золотой верх, если я не помню. О! Все! О! Это что? О! Вот эти штуки! Где он их взял? Мне интересно. Где он их взял? Я не знаю. Вот это. Все мифическое уже. Да. У меня, кстати, даже больше. Все и даже больше. И эти еще штуки, глянь! Тут все на челлендж. А, нифига. На следующие челленджи, походу. Ну, у меня фул мифики, наверное, лучше. На, тебе вот эти штуки дам. А ты мне. У нас летит сейчас. А, окей. Вижу. Так, ну, челлендж Таноса, получается, выполнен. Найс! Собрали вообще. Я хочу тебя взять. А, окей. С собой на отдых. Куда-нибудь отдохнуть, поехать. Зачилиться. А этот мифический, кстати. Щит. Что? Щит нет, он фиолетовый. Вид слева пальцев у нас. Там. А, и прямо чел у нас дом. А, вот тут еще, да? Давай. Я взрываю дом полностью. Взрываю дом. Он вышел. Белый. Он с когтями, осторожно. Нокнул. Еще один снизу. Подвай, сидит, смотри. Давай, сейчас будем вместе. Давай, взрывай его полностью. Давай, у него сюда выхода-то нет, я знаю. А, здесь не взорвать никак. А что ты? А, вот он. Извини. Танос с фулл мификами просто обосрался на обычном челике. Ну это ожидаемо, это вполне ожидаемо. Было? Ну конечно. Я как будто. А сколько он урона так дал? С чего вообще? Да я не знаю. Я вообще не знаю, на что я рассчитывал. Просто зашел в бокс и сдох. Не, ну слушай, меня знаешь, я типа, все, челлендж выполнен, я все собрал, как бы, знаешь, и расслабился сразу же. Не, нормальный лутик такой лежит здесь. Я посмотрю. Знаешь, такой типа вытащил. Ну-ка. И вот этот дробовик. Ой-ой-ой-ой. И вот этот пистолет лучше возьму. Давай, нам еще в зону с тобой надо бы. Да? Да. Ну давай. Ну это можно. Это в принципе можно вырезать, да? Ну, как бы. Ну да. Можно просто вырезать. Что зачем? Все равно, как бы, понятно, вот все есть. Ох, тут стреляет. Это, мне кажется, три уже людей. А чё урон не наносится? А, он наносится. Чё тут за приколы вообще? А, nice. Тут всё, последний тип остался. Самый последний? Да. Ну всё, понятно, НТ. О! Ля какой. А ну-ка я его сейчас с этого, с монарха. Бам! Не попал. Я его сейчас здесь закрою нахрен. А давай, закрой. Все, пусть сидит. Вот и сиди, все. Все? Счастье, здоровье. Не, ну это жестоко, кстати. Так, а что он ломает, не понял. Я это тоже закрою на всякий случай. А у тебя еще есть? Так, ну это тоже на всякий случай, да. Вот сюда вот еще укрепить можно. Сюда? Не, ну это трэш. Это токсично, это сильно токсично.
Да, подожди, еще немного так. Вот так, еще значит. Да. Наверняка. Да. Ну все, вот. Ну все, победа. Let's go! В общем, я решил разбить этот ролик на несколько частей, поэтому давайте наберем на этом видосе побольше лайков, и я выпущу следующую часть с другими персонажами Marvel. Рандомный скин-челлендж. Большое спасибо, что досмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и всем хорошего дня.